Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Honor 50 Lite. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить резервное копирование Google. Для этого мы переходим в настройки, далее проходим вниз, выбираем систему обновления. И здесь мы выбираем резервное копирование и восстановление. И нажимаем резервное копирование Google. И включаем его здесь. И на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.